Работники новой для российского рынка специальности в отрасли криптовалют могут получить собственный праздник. Министерство труда Российской Федерации рассматривает предложение об учреждении профессионального праздника специалиста по криптовалюте. «Есть предложение, будем рассматривать», — сказала замминистра труда и соцзащиты Любовь Ельцова. «Поступило оно от профессионального сообщества и будет рассматриваться согласно регламенту в течение 30 дней».